Хоба. Это с вами опять доктор Влад. Вот к нам гости приехали. Машина называется Nissan. Какая-то она вся квадратная, смешная. Домик, не домик. Вот у меня примерно такие домики тоже. Вот. О, вот она. Красотка. У нее багажник есть, как у настоящих? Есть. Кьюб. Ну, понятно. Кьюб переводится как кубик. Кубик. Так, ну-ка мы ее сейчас будем открывать. Щелкнула. Опа-на! Красотка! Ну надо же! Она еще ездит. Вот здесь рычаг. Раз, два, три, все, хватит. Здесь вот телефончик можно засунуть вот сюда. Вот это руль, написано Nissan. Ну и здесь тоже, ну да, достаточно просторно. Опа, сейчас откроем вторую дверь. У нее еще одна дверь есть. Так, там какие-то штучки. Ну, женская машинка. Для хозяйственных женщин. Вон даже какой-то пупсик. Это я пытаюсь закрыть. Закрывается хорошо. Ну-ка, сядем. О, да красота! Просторно. Это радиоприемник. Там какие-то еще приборы к ней есть. Ну, в общем, все. Хорошая машина. Слушайте, а как высоко здесь, до потолка как далеко. Красота просто. И все квадратненько такая. Тут какие-то регуляторы. Это тоже какая-то штукуёвенька. Две педали. Ну, хватит. Женская машина точно. Большая красная кнопка. Обязательно в женских машинах всегда есть большие красные кнопки. Это какая-то еще прищепочка. Тут тоже, ага, очки. Здесь, наверное, помазилки какие-то. Ну, в общем, вот такая машинка. Ух ты, вот этот крючок. Мне понравилось. Очень хорошая машина. Невероятно просторная. Колесики маленькие. Ну, для женщин зачем большие колеса? Это же не трактор. Просто прелесть. Посидел с удовольствием. О, и выглядит она. Сейчас за столб зайдем. Из-за столба так ее. Раз. Красота. Спасибо за внимание. С вами был доктор Влад. Хоба, это я опять не удержался. Она пипикает интересно. Слушайте. Это она просто отщелкнулась, а вот сейчас она будет запираться. Ну, ништяк. Ну, я говорю, женская машинка.